Добрый день, друзья! Сегодня 24 мая, и перед нами один из величайших спортивных автомобилей Японии. Это автомобиль Honda S2000. Машина появилась в канун 2000 года и производилась долгие 10 лет. Но ее дизайн был настолько правильным, классическим и нетленным, что она практически без изменений дошла до сегодняшнего времени и, на мой взгляд, совершенно не устарела. Это классический роттер переднемоторной компоновки. Посмотрите, низкий покатый капот спускается с расширенными вот такими повышенными передними крыльями. Низко установлен 2-литровый безнадувный двигатель. С 2 литров выдает 240 лошадиных сил. Долгое время этот двигатель вообще держал абсолютный рекорд мощности с 1 литра рабочего объема без турбонаддува. Машина на механике с мягким верхом. Современная электронная приборная панель опередила свое время лет на 10. Аскетичный салон, невероятный разгон. Представьте, в кузове размером с Mazda MX-5, которая довольствуется 130-160 лошадиными силами, в 2-2 раза больше мощности. Это безумный инструмент для получения адреналина в кровь. И здесь он представлен в великолепном спортивном желтом цвете. Резина 245x45R17. Оригинальные диски 17-дюймовые. Это еще одно доказательство, что в Японии строили и строят великолепные, классические, безумные и бескомпромиссные спортивные автомобили. Итак, Honda S2000, друзья. До новых встреч!